В половине пятого утра неизвестный хулиган поджег поздравительные растяжки, которые натянули под окнами первого родильного дома радостные отцы. Это своего рода хабаровская традиция, таким образом благодарить маму за малыша. Кто-то пишет поздравления на простыне, кто-то имеет возможность напечатать слова благодарности на поливинилхлоридном баннере. Именно они и оказались основной пищей для огня. Рекламная плоскость, установленная аккуратно против окон больницы, не электрифицирована, поэтому ни о каком коротком замыкании не может быть и речи. Самое жизнеспособное объяснение – уличное хулиганство. Отстоять мужское графико-эпистолярное творчество до приезда пожарных взялся ехавший мимо автолюбитель. Уже было достал из багажника огнетушитель, но подъехал расчет. Ликвидировал последствия циничной выходки караул без воды. С плоскости сорвали остатки горючего пластика и втоптали теплые пожелания в грязный снег. Ликвидирован сбор ПТВ. 4.39, ликвидирован сбор ПТВ. После пироманской атаки уцелели только отдельные знаки внимания, из разряда бюджетных. Утром порадовать глаз роженец могли лишь намалеванные гуашью посланием мамам новорожденных Кирилла и Вадима. Генетическую ошибку в лице поджигателя полицейские искать не будут. Ущерб, причиненный выходкой, слишком мал. С места происшествия Валентин Борозняк, Анна Карпова и Павел Рогатин.